это прописано. Изучения продолжаются. К нам приезжают разные специалисты с разными приборами. И постоянно, так сказать, ведутся какие-то новые изучения. К этому дню мы подготовили VR-контент для наших посетителей, то есть все желающие смогут в режиме виртуальной реальности увидеть, как метеорит Челябинск падал, как падал Тунгусский метеорит, прикоснуться к тайнам Вселенной и почувствовать себя даже космонавтом, который выходит на открытую орбиту космическую. Создавай мистику.